Девушка, мне надо штраф оплатить по-быстренькому. Скажите, как я могу к вам обращаться? Александр! Александр, скажите, да. Вы являетесь клиентом нашего банка? Нет, мне просто надо штраф оплатить и все. Желаете оформить депозит или открыть карту? Штраф. У нас сейчас отличные ставки на депозиты. Штраф. Скажите, может, вы хотите открыть золотую карту? Нахрена мне ваши карты? Наши карты – это удобное хранилище ваших средств. Зачем это мне все рассказываете? Вы просто задали вопрос. Дословно. Нахрена мне эта карта? У вас штраф в ГАИ? Класс! Смена алгоритма. Я могу оплатить штраф как-то дистанционно, через терминал? Можете. Только для начала вам нужно оформить карту в нашем банке.